Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге и не только, расскажут корреспонденты телеканала и я, Артем Вербицкий. И вот главные темы выпуска. 85 субъектов России поделились секретами регионов. Конституции Российской Федерации исполняется 30 лет. Всю неделю в Оренбурге сохраняется аномально низкая температура. Подробнее об этом смотрите далее. Крупный пожар был локализован на площади более 7 тысяч квадратных метров. Поздно вечером 11 декабря загорелся одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском Оренбургской области. Поселок находится в 20 километрах от райцентра Кваркино. Огонь тушили 42 пожарных и 19 единиц спецтехники. Пожар был локализован, погибших и пострадавших не обнаружено. Поддержать экспорт и поделиться лучшими практиками. В Оренбурге стартовала конференция представителей регионов. 85 субъектов Российской Федерации поделились секретами бизнеса, обменялись опытом и результатами работы. На открытии побывали наши корреспонденты. От базовых консультаций до поиска партнеров Всероссийская конференция региональных центров поддержки экспорта собрала руководителей из 85 регионов. В Оренбургской области за 9 месяцев услугами центра воспользовались 628 предпринимателей. Оренбург – это традиционно ворота в Азию. Сейчас азиатское направление, Центральная Азия, Китай, они становятся все более и более актуальны. Ну и мы видим, как за несколько последних лет инфраструктура развития и поддержки экспорта у нас в стране меняется. То у нас действует широкой инфраструктуры различных мер поддержек. Первое, что мы всегда говорим, чтобы совершить какую-то продажу, нужно познакомиться с тем, кто будет покупать наш товар. Поэтому мы оплачиваем поездки наших предпринимателей в заграничные страны. Следующее важное направление – это маркетинговые исследования, то есть нужно понимать рынок. И мы тоже со своей стороны готовы компенсировать эти затраты. Каждый регион презентует свои достижения в развитии экспортного потенциала и делится планами на перспективу. Развивать межрегиональные связи и обсудить актуальность существующих государственных мер поддержки – основные задачи конференции. Для того, чтобы сделать господдержку эффективнее, нам необходимо понимать, у кого из регионов есть удачная, успешная, уникальная практика, выявить ее и постараться масштабировать на другие субъекты. Важно понимать, где что-то не работает и причины, почему это не работает. У нас в каждом субъекте России созданы непосредственно организации, которые отвечают за то, чтобы товар, произведенный на территории этих регионов, выводился на экспорт. Ну и вот сегодня для нас такое очень важное событие, что именно Оренбург стал площадкой, где все эти центры поддержки экспорта, они встретились, ну и 3 дня будут работать над тем, чтобы развивать экспорт на территории страны, на территории своих субъектов. В Оренбурге за 9 месяцев 40 компаний при содействии Центра поддержки экспорта заключили контракты почти на 17 миллионов долларов. Подготовлено и проведено более 20 международных мероприятий, среди которых бизнес-миссии и выставки. За 3 дня конференции подведут итоги работы центров за прошедший год. Валерия Понасова, Олег Берендеев. Новости на телеканале ЮТВ. Ежегодно в нашей стране 12 декабря отмечается государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. Конституция – это основной закон, согласно которому действуют все министерства и службы России. Как создавался главный документ страны и в чем его уникальность, расскажет София Пирогова. Ровно 30 лет назад на всенародном голосовании был принят основной закон Российской Федерации. 12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата – День Конституции. Так давайте же подробнее узнаем о главном документе страны. Основной закон государства, где провозглашаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, определяются основы общественного строя, формы правления, а также основы организации всех органов власти была принята 12 декабря 1993 года и является фундаментальным документом для нашей страны. Конституция – это те же самые законы мироздания, только в правовом мире. И, соответственно, то, насколько эти законы понятны, просты и насколько их основание справедливо,
строит нашу правовую систему и дает нам понимание того, в каком государстве мы хотим жить. Сам день принятия Конституции в течение 12 лет был выходным днем, а уже с 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовом кодексе, этот день стал рабочим. При этом день принятия Конституции причислен к памятным датам. По Конституции мы наделены правом выбора своего будущего. Будущего страны, в которой мы живем. Вместе мы делаем его каждый день и несем за это ответственность. Текст Конституции разрабатывали более 1000 авторов. В общей сложности 3,5 года. Документ вступил в силу через 2 недели после принятия. С этого момента в России был установлен новый государственный строй. Страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок. Последние изменения были приняты после голосования летом 2020 года. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. В Оренбурге неделю сохраняется аномально низкая температура воздуха. Местами по области показатели термометров доходят до -34 градусов Цельсия. Ожидается ли потепление и увидят ли горожане снег до Нового года, расскажет Алена Годяева. На календаре 12 декабря, а снега на улицах так и нету. Но зато есть морозы. Уже почти на протяжении недели в Оренбурге сохраняется аномально низкая температура воздуха. Этой ночью показатели по области доходили до -34 градусов Цельсия. В данный момент над нами располагается обширная область высокого давления. Что такое аномально холодная погода? Это когда среднесуточные температуры ниже нормы на 9 и более градусов. Значит, у нас уже 7 числа в Оренбургской области установилась аномально холодная погода, когда отклонения составляют до 20 градусов. 13 число это будет последние сутки с холодной погодой. Морозы спадут. Но вот будет ли снег? По словам метеорологов, в ближайшие дни не ожидается. Небольшие осадки пойдут к концу недели. Но когда город накроет снежным покровом, пока неизвестно. Снега не ожидается. Снег, скорее всего, в субботу-воскресенье. Не сильный, но мы ожидаем, это будет связано уже с теплым фронтом, который будет приближаться к нам с юга с 16-17, сначала в отдельных районах, а потом уже и центральные и восточные районы. Как сильный снег тоже не ожидается. Вот для того, чтобы был сильный снег, нужно, чтобы к нам приблизился снежный циклон, которого пока в обозримом будущем его не видно такого. В связи с погодными условиями в нескольких школах Оренбургской области отменили занятия у начальных классов. Но что же делать взрослым? О том, как спасаются оренбуржцы в столь морозную погоду, узнаем у них. На мне 100 слоев одежды, колготки, штаны, много всего. Двигаюсь активнее, одеваюсь теплее. Больше, ну, теплая одежда и носки, конечно, теплые. Замерзло масло или сел аккумулятор. Сильные морозы влияют не только на жителей города, но и на их технику. При такой низкой температуре завести автомобиль практически невозможно. Поэтому многим оренбуржцам сегодня утром пришлось сделать выбор в сторону общественного транспорта. Или такси, но по повышенному тарифу. Сегодня с утра, как обычно, собрался на работу, думал, поеду. Все было, настроение хорошее, заводить машину, она не заводится. Ну, тут я понимаю, что сильные морозы, залило свечи, крутил до тех пор, пока не сел аккумулятор. Я думал, его сейчас отогрею быстренько дома. Ну, пришлось вызывать такси, ехать на такси, соответственно, цены космос на такси в морозы. Но вот за эту неделю первый раз такое случилось. В морозную погоду особое внимание стоит уделять мерам предосторожности. В департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты напоминают, в связи с понижением температуры на территории Оренбургской области увеличивается риск возникновения пожаров в жилых домах и квартирах. Оренбуржцев просят быть осторожнее с печами и бытовыми электроприборами. Алена Годяева, Александр Грачев, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале. С вами был Артем Вербицкий. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.